Всем добрый день! Сегодня приготовим вот такие блинчики из кабачков. Очень вкусные, нежные, мягкие, эластичные. Можно заворачивать любую начинку в эти блинчики. Так что давайте готовить. Для приготовления понадобится вот такой кабачок. Вот, видите, не маленький. Муки грамм 300-350, 3 яйца. Вначале кабачок натрем на крупной терке. Кабачок молодой совсем, чистить его не буду. Посолим немного. Перемешаем. И оставим минут на 10, чтобы выделился сок. 10 минут постояли кабачки, буду отжимать сок. Они были в дуршлаге. Вот видите, сколько соку натекло. Еще я отожму. Замешиваем тесто, добавляем яйца, молоко 300 грамм, сода пол чайной ложки, черный перец, немножко размешаем. Постепенно будем подмешивать муку. Перемешиваем. Еще. Тесто такое, знаете, густоватое, как на оладьи. Должно быть. Так, добавляем еще в тесто 2 столовых ложки растительного масла. Измельчим немного укропа, ну по вкусу. Меленько, меленько. Добавляем в тесто и уже окончательно замешиваем. И тесто готово. Попробуйте на соль, чтобы хватало у вас. Начинаем жарить блинчики. Смазала маслом немножко. Нагрела. Периодически тесто перемешиваем. Так, выкладываем. Само не растекается тесто. Вот так мы его. Не хватает, если добавляем тесто. Вот так. Все, обжариваем на небольшом огне. Ну, хорошо. Подпеклось. Очень легко все, видите? Поджаривается. Вторая сторона, я посмотрела, уже подрумянилась, вот, выкладываем. В тесто я добавляла растительное масло, оно прилипать не будет, но я буду добавлять маслица. Получаются красивее блинчики, такие красивые, румяные. Вымерили 3 ложки у нас получается. Так, все, теперь размазываем.
вот жарится. Горячий блинчик смазываю маслом. Вот у меня сливочное масло. Переворачиваем. И так я буду все жарить блинчики. Смотрим, видите, можно его скручивать легко, не ломается, эластичный, хоть и не супер тонкий. Кушаем со сметанкой. Сметанкой, можете чесночок сюда, да что угодно. Вот такие блинчики. Очень вкусные. Очень-очень вкусные. Видите, они не ломаются, не рвутся. Любую начинку можете в них завернуть. Прелесть. Прелесть. Так что готовьте. Спасибо, что посмотрели видео. Приготовьте эти блинчики. Готовится просто. А получаются очень вкусные блинчики. Мягкие, эластичные, не рвутся, не ломаются. Так что понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Смотрите мои видео и до новых встреч. И всего вам самого доброго!